Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость говорит, что каждый верующий имеет помазание Иссахара. А вы знали об этом? И это дает вам преимущество над абсолютно любым врагом. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня у нас в гостях Бекка Гринвуд. Это еще один человек, который вызывает у меня неподдельную зависть. С тех пор, как она была ребенком, она получила дар проницательности. Дорогая Бекка, расскажи для новеньких, что ж такое библейское проницание? Это прекрасный вопрос. Проницание — это дар, который дается нам Святым Духом. Когда мы получаем обличение Святого Духа, дар проницания как бы просыпается в нас. Он дает нам возможность узнать ангельскую сферу, демоническую сферу, духовную сферу. Этот дар дает нам мудрость, дает нам возможность понимать времена и сроки, дает нам видеть все из перспективы Бога. Проницание может проявляться разными способами. Мы можем видеть, слышать, чувствовать что-то. Некоторые люди, они чувствуют запахи. У некоторых людей есть то, что я называю знанием. Это как пророческое знание. Это знание, что Бог с нами. И мы должны все это помнить и не забывать. Это все очень-очень важно. Важны слух, обоняние и осязание. А что, если кто-то говорит: «О, эта женщина родилась с этим даром. У меня его нет, хотя я и верю в Иисуса, и люблю Его». Что ты скажешь таким людям? Я верю, что Святой Дух дает этот дар каждому верующему. Многие из нас ходят в Нем. И давайте говорить начистоту. Иногда у нас нет чего-то просто, потому что мы не просим этого. Нам важно сказать просто: «Святой Дух, пробуди во мне дар проницания. Покажи мне, как использовать проницание в своей жизни». Вот что я говорю людям. Людям, молитесь и просите. Ты сказала, он есть во многих из нас. Да. У нас есть дар, и мы просто не обращаем на это внимания. Скорее, даже не развиваем. Скорее, не развиваем и не взращиваем его. Это одна причина. Другая причина в том, что мы не обращаем внимания на то, что Бог дает нам. Игнорируем это. Вот обычный сценарий в нашей семье. У всех моих дочерей и у меня есть дар проницания. Когда мы куда-то собираемся с семьей, либо я, либо одна из моих дочерей, говорим: «Вы это видели? Вы это слышали? Вы это почувствовали?» Однажды мы с семьей собирались в кино. Перед походом я помолилась об одной коммунистической стране. В той стране действительно приходилось следить за словами во время молитвы. И вот, когда мы пришли в тот кинотеатр, мой муж Грег посмотрел на меня и понял, что я проницаю. Он спросил, все ли хорошо. Я сказала, что только что молилась за коммунистическую страну. Но даже тогда я чувствовала себя безопаснее, чем здесь. Я никогда не чувствовала себя в опасности в нашей стране. Мои дочери сказали, что чувствуют то же самое. Поэтому он сказал: «Давайте помолимся всей семьей». Итак, мы помолились. Мы спросили у Бога, в опасности ли мы здесь. Мы просто почувствовали что-то в атмосфере, что это предупреждение. Мы все услышали ответ Господа. Просто что-то произошло в духовной сфере. Люди иногда не обращают внимания на проницание, вместо того, чтобы спросить у Святого Духа, что происходит. Люди даже освобождаются от жестоких, злых духов. Да, освобождаются. Расскажи одну такую историю. Это история женщины, которая была мучима 24 часа. Это случилось воскресным вечером в церкви. У меня был выходной, и я наслаждалась службой. Один из пасторов подошел ко мне, коснулся моего плеча и сказал: «Бекка, нам нужна твоя помощь». Я пошла за ним. Там сидела женщина в служебной комнате.
комнате, которая в буквальном смысле дрожала. Я спросила, что случилось. Она ответила, что среди ночи проснулась в таком состоянии. Я достаточно давно веду свое служение, чтобы понять, что здесь что-то не так. Поэтому я спросила у Святого Духа: «Господи, что случилось?» И Он ответил мне. Он сказал: «Бека, задай ей в точности все вопросы в том порядке, в котором я тебе скажу». Я начала: «Ты спала ночью?» Она ответила: «Да». Я сказала: «Было 3 часа ночи». Она ответила: «Да». Я продолжила: «Твои дети спали?» «Да». «Твоего мужа не было дома, он уезжал по работе». Все эти вопросы мне дал Святой Дух. И я просто повторяла. Она ответила: «Да». Я сказала: «И неожиданно ты проснулась в 3 часа ночи в ужасе?» Она сказала: «Да». Бог дал мне видение, и я увидела, как она встала с кровати и подошла к компьютеру, и зашла на сайт, на который ей не следовало заходить. Я посмотрела на нее очень нежно и спросила: «На какой сайт ты зашла в 3 часа ночи?» И она начала рыдать. Она сказала: «Мне так жаль». Она начала каяться. Эта женщина попала в ловушку греха порнографии. В тот момент, чувствуя проницание от Господа, чувствуя эти красные флаги в своей душе и попросив Бога дать мне все, что нужно для ее свободы, эта женщина полностью раскаялась. Она отказалась от этого греха, была полностью освобождена и наполнена славой Бога и никогда не возвращалась к этому греху. А что, если бы она не попросила обратить внимание на эти красные флаги в своей душе? Все дело в наших ощущениях. Мы получаем легкие толчки. Например, говорим с группой людей, а глаза останавливаются на определенном человеке. Ведь так? Да. Это толчки от Духа Святого, но много лет я их просто игнорировал. Да, я всегда говорю людям, чтобы они приглашали Святой Дух в свою жизнь, чтобы говорили с Ним. Он тоже дар для нас. Он помогает нам и ведет нас по жизни. Когда мы научимся обращать внимание на эти толчки, когда научимся понимать, что Бог говорит с нами, когда будем говорить с Ним, после этого Он даст нам ответы на вопросы и даст решения всех проблем. Я очень рад, что Бог все организовал так, что каждый верующий... Это Божья воля, чтобы вы действовали таким образом. Когда мы вернемся, Бека расскажет историю о мужчине в аэропорту, который возвращался из Тибета, где учился у буддийского священника. Бека расскажет, как проницание пронзило темноту. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Бека, ты учишь, как развивать эту проницательность. Это очень практическое и эффективное учение. А еще ты учишь тому, как осознанно создавать атмосферу для откровения. Об этом я еще никогда не слышал. Ты будешь первая, кто поведает об этом. Ты знаешь, Сид, это звучит не так просто, но это то, почему я влюблена в свое дело. Когда мы создаем атмосферу для проницания, мы находимся в присутствии Бога и Святого Духа. Я описываю это такими словами: передать себя воле Бога. Это значит, что мы поклоняемся Ему, мы прославляем Его, мы предстаем перед Ним. Так мы создаем атмосферу, когда мы слышим Его голос, мы знаем Его голос. Это очень важно. Мы читаем Писание и говорим: «Святой Дух, пусть Твое Слово живет во мне». У Кэтрин Кульман есть замечательная цитата, которую я очень люблю. «Он просит не серебряные сосуды. Ему нужны не золотые сосуды. Ему просто нужны подданные сосуды». Это очень важно. Пожалуйста, поймите и запомните эти слова. Подданные сосуды. Не золотые и не серебряные. Самое яркое свидетельство, свидетелем которого я был, была женщина, которая сказала: «Я была последним выбором Бога». Это значит, что не имеет значения, что вы можете предложить Богу. Это так. Важно, что ты склоняешь голову перед Богом.
Расскажи об этом парне, который учился у буддийского священника в самом Тибете. Да. Итак, мы в аэропорту. И я направляюсь домой после недельного проповедования и учительства. Вы понимаете, что в аэропорту нет личного пространства в ресторанах. Все очень близко друг к другу, несмотря на то, что все незнакомы. Мы сидели за столом и заказывали еду. И этот молодой человек сидел прямо рядом со мной. И я начала что-то чувствовать. От него исходили бесовские оккультные силы. Я посмотрела над своим меню, он сделал то же, и мы посмотрели друг другу в глаза. Мы заказали еду, и я чувствовала, что он смотрит на меня. Поэтому я повернулась к нему и сказала: «Привет», — он сказал. «Можно спросить вас, кому вы поклоняетесь?» Я сказала: «Конечно, вы можете спросить». Он ответил: «Кто это?» Я сказала: «Это Иисус из Назарета». Он рассказал мне, что возвращается из Тибета, что учился у буддийского священника, и что он научил его, как надо медитировать и как надо правильно поклоняться. И он сказал, что Иисус был одним из духов, которые приходили к нему во время медитации. Он сказал: «Я чувствую, от вас исходит тепло, мир, радость, спокойствие, и я вижу вокруг вас свет. Вы можете сказать тоже и обо мне». Я ему ответила: «Я могу быть с вами честной?» Он сказал, что могу. Я сказала, что то, что я чувствовала, это то, что я начала дрожать и издавать звуки этой демонической вибрации. И он был шокирован. Он спросил: «Почему во мне нет того, кто в вас?» Я ответила, что это не Иисус приходил к нему. Это был падший ангел, который принял вид ангела света, что его просто обманули. Это был обман. Как он отреагировал? Он сказал: «Я хочу того же, что есть у вас. Вы можете возложить руки на меня?» Правда? Да, там же, в аэропорту, в ресторане, я возложила на него руки и начала молиться. Он посмотрел на меня и сказал: «Моя мама говорила мне, что то, что я делаю, неправильно. Она христианка. Она всегда молилась, чтобы у меня случилась встреча с Богом. Вы — это встреча». Он это знал? Он знал это. Он почувствовал присутствие Бога. Я спросила: «Ты чувствуешь разницу?» Он ответил, что чувствует, и сказал: «Господи, я снова посвящаю свою жизнь Тебе». Он посмотрел на меня и сказал, что начнет ходить со своей матерью в церковь по воскресеньям. Расскажи мне, как действовало помазание и проницание Иссахара. И начни с того, кто вообще такой этот Иссахар. Иссахар был сыном Лии и Иакова. Что интересно, с тех пор, как он родился, наступило пророческое время. Потому что он родился во время урожая пшеницы, что совпадает по времени с праздником Святой Троицы. Его имя значит «Тот, кто благословен». Иссахар стал одним из начальников колен, колена Иссахарова. Он рос в любви и проницании. Библия говорит, что сыновья Иссахаровы знали сроки и времена и знали, каким путем идти Израилю. И что мне еще кажется интересным, это когда все колена собирались с Давидом, чтобы сделать его царем, нужно было собрать вместе тысячи людей из всех колен, и только 200 сыновей Иссахаровых смогли это сделать. Благодаря проницанию и благодаря мудрости. Итак, кто же такие сыновья Иссахаровы? Это люди, которым Бог дал помазание в Библии. Но на самом деле это все мы. Все мы названы сыновьями и дочерьми. Всем нам дано помазание, чтобы понимать времена и сроки, в которых мы живем. Как семьи, как личности. Сыновья Иссахара знали, когда наступало время урожая. И мы все сейчас живем во времена самого большого урожая. И нам надо приготовить себя, чтобы не потерять это время, чтобы мы смогли собрать этот урожай, который нам дает Господь. Вы знаете, сейчас тучи в нашем мире сгущаются. Да. И те люди, которые имеют помазание сынов Иссахаровых, освещают этот мир
и не будут ничего бояться. Они не будут бояться. Пришло время, чтобы проницание пробудилось в вас. Бека помолится об Иссахаровом помазании, когда мы вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Бекки, дай нам несколько советов, как проницать в нашей ежедневной, повседневной жизни. В семье, на работе, где бы мы ни находились. Скажем, в аэропорту? Да, в аэропорту. Сид, надо понимать, что очень важно создать отношения со Святым Духом. Надо помнить, что Он с нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это не что-то аморфное. Его присутствие растекается по нам, как масло для помазания. Помазание — это дар Божий. Этот дар всегда с нами. В своей повседневной жизни вы просто думайте, это те толчки, то, что Святой Дух хочет, чтобы я сделала. Это также может случиться, когда вы на работе. Неожиданно что-то приближается к вам. Вы это чувствуете, слышите, или вы это видите? Тогда вам просто надо остановиться. Вы обращаетесь к Святому Духу и спрашиваете: «Господи, что ты говоришь мне?» Люди часто спрашивают меня, как можно проницать в собственном доме. Если дома будет атмосфера поклонения Богу, если мы будем приветствовать присутствие Господа в нашем доме, сможем ли мы проницать своих детей и супругов? Мы можем сделать все это. Мы можем начать молиться. Мы должны сделать этот шаг. Кстати говоря, если у вас нет внутри этой связи с Богом, неудивительно, что у вас есть проблемы. Нужно работать над своим внутренним состоянием, прежде чем ждать этот дар от Бога. Правильно. Скажи, что ты проницаешь прямо сейчас. Это очень хороший вопрос. Сид, мы видим столько хаоса в нашем мире прямо сейчас. Прямо сейчас в мире происходит сражение с яростным врагом. На этот хаос и беспорядок, который мы видим, Сид, он не должен нас победить. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас это понял. Я обращаюсь к каждому персонально. Я проницаю, что мы входим во времена величайшей славы. Такого раньше не было никогда. С каждым, кто сейчас меня слышит, я поделюсь стихом из Исаии. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Землю покрывает тьма, но запомните, слава будет на вас. Запомните и не забывайте этого. Эта слава, она будет возрастать на вас. Ты думаешь, это будет видно на людях? Я думаю, это будет видно на людях. Вспомни Моисея. Ему пришлось закрывать лицо. Слово Господне говорит нам, что мы будем излучать свет. Когда я рассказывала историю о том парне в аэропорту, он видел свет вокруг меня. Это и была слава Божья. Всем, кто меня сейчас слышит, я проницаю. В следующие 3 месяца хаос на земле усилится, и поэтому оставайтесь с Богом. Посмотрите на мир, как Бог на него смотрит с небес, и дайте слово возрастать. Это золотое время христианства. Сид, мир такого еще не видел. Скажу честно, если мы будем слушать медиа, будем слушать этот мир, а этот
Этот мир распространяет страх. И если мы будем слушать, то мы примкнем к этому страху. Но Бог дал нам не дух страха. Бог пробуждает в нас славу. Запомните это. И мы будем единственными людьми в славе. Мы будем единственными людьми, у кого есть решение. У нас будет решение во время этого хаоса. Я хочу, чтобы ты помолилась об Иссахаровом помазании, но прежде я хочу, чтобы все поняли, что знаете вы Бога или нет, это никак не связано с тем, ходите вы в церковь или нет. Не имеет ничего общего с тем, чему вас учили, чтобы вы точно получили Иссахарово помазание. Я хочу, чтобы вы повторили вслух за мной эту молитву прямо сейчас. «Дорогой Бог, я грешник. Я сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса омывает все плохое, что я делал. Боже, ты больше не помнишь об этом. Этого не существует. Так говорит Твое Слово. Я чист. И теперь, когда я чист, Иисус, я приглашаю Тебя прийти ко мне. Не оставляй меня. Дай мне мир, который превыше разумения. Бека, а теперь молись». Да, прямо сейчас Господь дает нам дерзость бороться с бесами. Господь дает вам проницание видеть, слышать ангельские сферы, чтобы вы знали, что их больше, чем тех, кто против них. И вы поймете, как сыновья Иссахаровы, когда будет урожай, куда идти, какое решение найти, как ходить в славе и как проницать. Именно эти дары вы получите от Господа. Вы получите удивительное дерзновение, как молиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Райан Брас. Вы можете представить себе, насколько сильным было свидетельство воскрешения Христа? Если вы возрожденный верующий, вы понимаете, что воскрешение Иисуса — это живое свидетельство. Верующие, знаете, враг боится вас. Присоединяйтесь ко мне в передаче «Это сверхъестественно» с Идом Ротом. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет.
А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную копию книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня.